Большинству россиян повезло меньше, чем жителям нашего региона. Такой вывод можно сделать по результатам рейтинга российского информагентства «Новости». Дело в том, что по итогам 2012 года Чувашия вошла в первую двадцатку регионов страны и первую тройку регионов ПФО с самой низкой долей затрат на жилищно-коммунальные услуги. 8931 рубль. Такую сумму, по данным РИА Новости, тратит в месяц среднестатистический житель Чувашии на потребительские расходы. Из этих денег лишь 7,92% приходится отдавать за жилищно-коммунальные услуги. Если перевести проценты в деньги, то получится чуть больше 700 рублей на каждого члена семьи. Для сравнения, жителям Приамурья, Камчатки и Магаданской области приходится отдавать на жилищно-коммунальные услуги от 12 до 14%. При этом самый низкий показатель в Чечне – менее 1%. Ну а среднероссийский показатель составил 8,8%.